Главврач Красноярского госпиталя ветеранов, выпавшая из окна на рабочем месте, кричала, чтобы ее не спасали. Источник новостей «Прима», который был на месте события, сообщает, исполняющая обязанности главврача Елена Непомнящих выпала из окна 5-го этажа госпиталя сразу после совещания о приеме в учреждение коронавирусных больных. По нашим данным, врач глубоко переживала за коллег и ветеранов и могла быть против, чтобы в госпиталь для пожилых подселяли носителей вируса. По словам очевидца, женщина бросилась на перила, получила перелом ребер, но оставалась в сознании и просила, чтобы ей не помогали. Врачи БСМП прооперировали пострадавшую, ее состояние стабильно тяжелое, и накануне красноярцев призвали сдавать кровь для главврача. Коллеги и знакомые Елены отзываются о ней как о хорошем человеке и специалисте. А в Минздраве прокомментировали случившееся, заявив, что никакого совещания на момент ЧП с руководством больницы не проходило. По факту трагического происшествия в КГБ УЗ «Краевой госпиталь для ветеранов войн» незамедлительно были уведомлены правоохранительные органы. Информация о якобы проводимом в это время селекторном совещании Министерства здравоохранения не соответствует действительности. Госпиталь ВОВ наряду с другими учреждениями здравоохранения является резервной госпитальной базой для пациентов с коронавирусной инфекцией. Персонал прошел обучение, учреждение обеспечено необходимыми средствами индивидуальной защиты. И сегодня утром стало известно, еще одна медик выпала из окна, на этот раз в Московской области, и летально, сообщает телеграм-канал 112. Тело заведующей отделением скорой помощи из Звездного городка, заразившуюся коронавирусом, нашли под окнами больницы, где она проходила лечение. По сообщениям паблика, причиной трагедии могли стать обвинения начальства в том, что погибшая заразилась сама и могла заразить своих коллег.